Каждое путешествие начинается с мечты. А откуда берется мечта? Этого не знает никто. Мечта – это как маленькая любовь. Она появляется неизвестно откуда и незаметно для нас подчиняет себе всю нашу жизнь, а воплотившись, оставляет в нашей душе неизгладимый след и меняет нас навсегда. Мечту о Патагонии мы подцепили от наших друзей, для которых она должна была стать отложенным свадебным путешествием. Полтора года спустя мечта окрепла и приобрела реальные очертания в виде 10 билетов до Буэнос-Айреса и двухнедельного маршрута по неизвестной земле с волнующим названием Патагония. Еще через 3 месяца мы оказались там. Так, ну что, народ, как ваши ожидания пока? Очень оправдываются? Похоже на Исландию, только вот там очень высокие горы, вот что туда хочется. Вы что скажете, сэр? А я в Исландии не был, поэтому не могу. Москву не похоже. Городок Эль-Калафате назван в честь кисловатой ягоды с мелкими косточками. Он окружен красивыми горами и известен удивительным по красоте ледником Перито-Морено. Городок довольно попсовый, но обладающий определенным шармом. Туристы со всего света устремляются в грамотно расставленные сети, где у них отбирают их трудовые песо в обмен на культовые аргентинские стейки, вина и яркие бесполезные сувениры. Мы, конечно, тоже не избежали этой участи, но сначала мы отправились на ледник. Ледник великолепен. Скудный словарный запас современного гринга бессилен описать это чудо природы. Поэтому гринго обычно не имеют от восторга, бегают по лестницам и поливают из фото и видеокамер в тщетных попытках запечатлеть эту красоту. Посмотрим, чего мы там наснимали. Впечатление от ледника кратко резюмировал Илюха. Сегодня мы были на леднике, не помню как называется, очень авторитетный ледник,
Плато третье по запасам пресной воды в мире. Его сложно описать словами, я попробую. Трах-тарарах, бдыщ, 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 трах, плюх, плюх, плюх. Вот так примерно он и выглядит. На следующий день мы отправились в городишко Эль-Чалтен в национальном парке Лос-Гласиарес, где нас ожидали три трека, один краше другого. По дороге народ любовался видами из окна, считал гуанако, страусов. Результат не замедлил сказаться. Водитель регулярно прикладывался к мате и, слава богу, не уснул. В Эль-Чалтене мы поселились в уютные кабаньес, которые стали для нас домом на ближайшие 4 дня. Отсюда мы отправились в наш первый трек с непроизносимым названием «Лома дель Плего Тумбадо» солнечным утром следующего дня. Треки в Лос-Гласиарес длинные, километров на 20 с хвостиком. Часто в самом конце у них очень крутой и тяжелый подъем. Но взамен они дарят потрясающие виды, от которых в буквальном смысле захватывает дух. Погода Патагонии непредсказуема и контрастна. Только что светило яркое солнце, а сейчас пошел снег. Йо, летит вообще. Ну, с Новым годом, господа. Да. Впереди у нас самое вкусное. Финальный подъем по очень крутой тропе, обдуваемой всеми ветрами. Вот, наконец, вершина. Забегая вперед,
скажу, что этот трек был единогласно признан самым сложным на маршруте. Свои впечатления от трека любезно согласилась озвучить Ириша. Значит, было круто, жарко, потом холодно, потом было ветрено, снежно, потом было дико красиво, потом было очень много облаков и ничего не было видно, потом снова было все видно, потом было очень вкусно, и сейчас все очень... наверстывается, жизнь обретает краски. Подданные вели себя хорошо? Да, неплохо, скажем так. Но я еще оцениваю. Ветер. Для меня он неразрывно связан с Патагонией. Он гудит за окнами по ночам и стучит ветвями в стекло. Он вздымает тучи пыли, гонит по небу облака, распыляет водопады и клонит деревья до земли. Он пугает незадачливого трекера на тропе, и в его порывах слышен издевательский хохот. Ветер вселяет тревогу в наши офисные души и одновременно дарит свободу. Ветер повсюду. Он находит тебя в самых укромных уголках, срывает головной убор, лохматит волосы и свистит тебе в уши свою вечную песню. Наш второй трек «Лагуна де лос Трес» к подножию Фицроя прошел под знаком ветра. И, конечно, навеял бессмертную увертюру Исаака Дунаевского из фильма «Дети капитана Гранта». Погоды, это был самый суровый трек. Некоторых пришлось загонять на фотосессию под страхом отлучения от Мальбека.
Своими впечатлениями о трекинге с нами поделилась Лена. Трекинг был супер. Солнце, ветер, дождь. Мне очень понравилось. А все остальное... А это у вас что здесь? Это впечатление от вчерашнего трекинга. Ясно. То есть трекинг был. Ну, сегодня опять пойдем. Ну что, это что, вы йод пьете, да? Йод пьем. Вина мало, пьем йод. Лично. Настало время сказать несколько добрых слов о городишке Эль-Чалтен. Это удивительное пристанище бродяг и романтиков со всего света не может не нравиться, не удивлять и не очаровывать сердце путешественника. Маленький, будто игрушечный и в то же время стойкий к непогоде и суровому климату, он щедро привечает трекеров и альпинеров, стремящихся в уникальный национальный парк Лос-Гласиарес в поисках приключений. Этот городок удивительным образом напомнил нам непальскую Покхару или Виктор в американском Вайоминге. Безусловный номер один в нашем рейтинге городов Патагонии. В канун Нового года мы отправились в укороченный, но очень красивый трек к Лагуне Торре. На этот раз своими впечатлениями от трека с нами поделилась Рита. Ну, трекинг просто прекрасный в третий день. Солнце, никуда почти не ходили. Бранч на природе устроили, да. От города, не знаю, может, километра два всего отошли. Каждый бы день такие трекинги. Ёлка Мальбек, именная. Да. Shake up the happiness. Wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old. And don't remember it, so let's December it and reassemble it, oh yeah. Born in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up.
января. Изрядно потрепанные, но не побежденные, мы отправились в Чили, в национальный парк Торрес дель Пайне, к треку «Мирадор Базе де лас Торрес». Это был самый теплый, солнечный, щедрый и красивый трек нашего маршрута. В пику Фицройо
торресы с удовольствием красовались на фоне синего неба. Тропинка весело бежала вверх, и мы послушно следовали ей. Ни один трек не подарил нам стольких ярких, шедевральных кадров, не показал стольких животных и птиц. А наверху щедро пожаловал нам потрясающий вид гранитных башен над Бирюзовым озером. Счастье есть. Свидетельством тому стал триумфальный канкан в исполнении всей группы в полном составе. Чилийский город Пунта-Аренас считается южной столицей Патагонии. Он расположен на берегу того самого Магелланового пролива. И это, в принципе, есть его главная достопримечательность, которой мы не преминули воспользоваться. За отца нашего Гранта! А еще из Пунта-Аренас возят на остров Магдалена в гости к пингвинам. Куда-то мы отправились ранним утром 7 января в рождественский пингвин-тур. Thank you.
Знакомство с пингвинами острова Магдалена стало одним из ярчайших моментов нашего путешествия. Это целый мир с огромным числом разнообразных персонажей. Любовный треугольник. Заботливые родители. Одиночка, отчаянно зовущий свою половинку. Ромео и Джульетта. Пингвины-пешеходы, пересекающие человеческий трафик. Чиновники, спешащие по важным делам. Купальщики. Учимся летать. Фотомодели. Один дом. И даже герой-любовник. Мы уезжали с острова счастливые и довольные. А гостеприимные хозяева вышли нас проводить. Пингвины острова Магдалена поставили огромный восклицательный знак в нашей патагонской одиссее. На этом наша программа закончилась. Настало время возвращаться домой. Патагония. Это огромная, суровая, пустынная и удивительно прекрасная земля, овеянная легендами о путешествиях, приключениях и открытиях, прикоснувшись к которым, сам становишься немного первооткрывателем. Вернувшись оттуда домой, загорелый, обветренный и обросший щетиной, ты садишься за компьютер, касаешься клавиатуры огрубевшими пальцами и рассказываешь миру еще одну историю о сбывшейся мечте. И теперь, если ты услышишь, как кто-то жалуется на ветер, ты лишь снисходительно улыбнешься в ответ. Что ты можешь знать о ветре, амиго, если ты не бывал в Патагонии? Take a notion to jump into the ocean. Nobody's busy.